Трое игроков «Локомотива» выступят за сборную России на чешском этапе Еврохоккей-тура. Это защитник Илья Любушкин, Владислав Гавриков и нападающий Андрей Локтионов. Железнодорожники в составе национальной команды проведут две встречи с чехами на их льду 11 и 13 февраля. Нынешний Еврохоккей-тур пока крайне неудачный для сборной России. После двух этапов в Хельсинки и Москве она занимает в нем последнее место, уступая, кроме чехов, сборным Швеции и Финляндии.